Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, любимый Иисус. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Небесный Отец, что твое небо открыто для каждого, кто имеет жажду. Что твои благословения, они открыты и находятся в каждом из нас. Спасибо тебе, любимый. Что ты сделал все. Чтобы мы жили. Чтобы мы побеждали и ни в чем не нуждались. Отец, Отец, я прошу тебя, погрузи нас в свою часть. Погрузи нас, любимые, там, где мы еще не были. Погрузи и переведи нас в этот уровень молитвы, который означает, что это будет новым общением с тобой. Любимый, преобразуй нас в одно целое с тобой. Твоей частью, чтобы дальше достойно понести функцию нашей жизни здесь, на земле. Отец, возьми нас сейчас в свои объятия. Небесный Отец, провозгласи через наши уста то, что ты хочешь, чтобы было сейчас здесь, в этом городе, Бог. Чтобы ты видел через наши глаза. Чтобы ты исправлял через наши руки. Отец. Захвати твое поколение. Захвати твое поколение. Захвати, Отец. Мы хотим частью стать неба. О, Бог! Отец, излей сейчас твою свободу там, где в ней нуждаются. Излей, любимый, жизнь во Христе. Излей, Отец, новое начало. Излей, Отец, новую жизнь. Излей, Отец, о, Бог, я хочу преобразиться, я хочу стать частью живой клетки Церкви Иисуса Христа, я хочу жить, я хочу жить, я хочу жить. Ради спасения. Я хочу жить ради освобожденных судеб. Я хочу, Отец, дышать ради того, что мой каждый шаг будет в Твоей воле.
поднимай свое поколение, живое поколение, которое войдет в церковь не для того, чтобы просить, а для того, чтобы служить, для того, чтобы противостоять духу этого мира, для того, чтобы сражаться, для того, чтобы нести духовную брань, пока не придет Иисус Христос и не заберет свою невесту. О Бог, высвобождай новое поколение, поколение огня, поколение пророков, поколение учителей. О Бог, высвобождай тех, кто будет идти до конца, несмотря ни на что, несмотря на свои ошибки, несмотря на свою боль. Отец, открой. Открывай небо, провозглашай в небо. Ты часть молитвы, ты часть Его, ты часть Его. Бог обращается сейчас к детям своим и говорит: ты часть моя. Я высвободил ангелов в твою жизнь. Ты покрыт кровью Иисуса Христа, и твои уста имеют силу как в духовном, так и в физическом мире. Стань частью молитвы сейчас. Стань молитвой. Стань молитвой, высвободи из своего духа, высвободи все, что вложил в тебя, Отец, сейчас до этого времени, именно для этой минуты высвобождай, высвобождай. Ты увидишь, как ты сейчас пройдешь все твои преграды, все твои проблемы. Твой дух, он вообще не связан с твоей физической силой. Он связан с небом. Он связан с небом. Он связан с небом. Прорывай свой дух. Прорывайся к небесам. Прорывайся к небесам. Пока ты не ощутишь, пока ты не почувствуешь их, пока ты не увидишь их в духе, пока ты не почувствуешь дыхание Бога, Его теплоту, Его взгляд. Прорывайся к этим молитвам. Пришло время встретиться с Богом. Пришло время стать невестой Иисуса Христа и покончить с развратом сатаны в твоей жизни. Пришло время поставить точку и сказать: дьявол, закрой рот, я царь, я царь, я сын царя, и у меня есть власть освобождать, пророчествовать, молиться. Я в церковь имею еще власть, церковь имею еще власть, церковь. Имеешь власть, церковь, имеешь силу, провозглашай силу и огонь в атмосферу, силу и огонь провозглашай, и потекут реки, высвободятся потоки. Мы сосредотачиваем сейчас и стягиваем небо Бога на эту землю. Мы знаем, что царство Иисуса, оно здесь. Мы знаем, мы верим в это невидимое. Мы открываем сейчас это время, которое было закрыто, которое было закрыто ложью, было закрыто развратом, было закрыто грехом. Пей, пей,
сейчас видишь. Бей сейчас в этот. Бей! Проходи сейчас. А ты видишь сейчас эти преграды. Бог показывает, Он открывает. Бей! Бей в атмосферу. Бей! Твои уста имеют силу. Твои уста имеют силу. Ты имеешь силу. В тебе есть все. Все. В тебе есть все, чтобы сейчас победить. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы бьем сейчас. Мы бьем сейчас. Власть. Власть разврата. Власть лжи. Власть одержимости. Мы бьем сейчас. Власть волшебства. Власть колдовства. О, Бог, услышь! Услышь, Отец! Пройди сквозь этот стены, пройди, Дух Святой, и освети! Мы раскрываем сейчас степи рабства во имя Иисуса. Высвобождается сейчас. Высвобождается дети Бога. Открывается. Открывается. Эта стена. Бог, свети. 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 Свети, Отец. Я знаю, что я не один здесь. Бог, Отец. Отец, Отец, помоги, небо, помоги, помоги, Бог, я прошу тебя, нам нужен свет, нам нужен свет, нам нужна победа во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, сила, сила неба, сила спасения. Сила воскресения Иисуса Христа. Сила крови Иисуса Христа. Во имя Иисуса. О, Бог, открывай. Свети, 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 Отец. Свети, кричи. Провозглашай сейчас царство, царство Иисуса, царство Иисуса Христа. Не остановись, это время только началось. Когда ты вошел, когда ты станешь частью молитвы, когда ты станешь молитвой, молитвой, когда ты растворишься, когда твой дух будет захвачен. О, Бог, захвати, захвати, Отец, захвати нас в своих потоках, захвати, Отец, нас в духовной брани, а мы Бог живой. И вот царство здесь, царство Иисус, Иисус, Сын Бога, Иисус. Иисус, сколько было высвобождено клеветы в Твой адрес. Иисус, сколько было высвобождено проклятий в Твой адрес. Иисус, но мы одни из тех, кто решил сегодня не делать руками и физически. Иисус, мы знаем силу провозглашения. И мы говорим, Ты наша любовь, Иисус. Ты наш Спаситель, Иисус. Иисус, Ты победа. Иисус, Ты воскресение. Иисус, Ты наша жизнь.
Иисус, ты здесь. Я заявляю, Иисус, сейчас на этом месте. Я люблю тебя, Иисус. Пусть слышат все и знают все, что я очень люблю тебя, Иисус. Я ненавижу этот мир, Иисус. Я ненавижу царство дьявола. Я готов, Иисус, идти за тобой. Я знаю, что будет много еще испытаний. Но, Иисус, ты знаешь мое сердце, ты знаешь всех людей, которые сейчас стоят в этой молитве, Иисус. Я ненавижу тебя, грех. Но я знаю, то, что в нас, оно сильнее этого мира. Оно мощнее. Оно вечное. Непобедимое. И никто в силах у нас не имеет забрать твою вечную жизнь. Только ты сам можешь ее отпустить и отказаться. Никто не может забрать у тебя вечность с Богом. Только ты сам можешь это отвергнуть. Мы знаем, что мы являемся той частью, где на стенах, где на сердцах, где в наших жизнях, где в наших домах написано «Иисус Царь». Пусть это не будет написано физически, но в духовном мире это есть Царство. Тех людей, которых мы не знаем. Мы знаем, что Твое Царство входит сейчас в каждый дом. Отец, мы видим этих спасенных людей. Мы видим этих людей, которые сейчас прикрепляются к Твоей жизни. Жизни, где будет сражение, где будет стойкость, где будет честь, где все будет отдано ради Твоего служения. Иисус, Царство. Иисус, Царство. Иисус, Царство. Возвращайся. Ты час молитвы. Ты час молитвы. О, ты Святой. О, мощай. Сара, Эба, Сара, Эба, Сара. Иисус, открывай сейчас новый источник. О, Масара, Леба, Шара. Иисус, встречайся с ним. Добейся своей молитвы неба. Войди в небо. Войди в часть Отца. Выйди из этого времени. Твое время — это общение с ним. Твой дух будет умножаться, твой будет, дух будет расти только тогда, когда ты будешь общаться лично с ним. Иисус. Ты царь царей.
знаю, что мы сыновья Бога. Ты был послан в нашу жизнь, чтобы открыть тайны неба. И прямо сейчас я пророчествую. Тайны неба открываются в жизни каждого. А твоя тайна, она открыта. Ты даже не знал, что ты являешься непосредственно ребенком неба. Отец. Отец. Мы хотим только тебя. Мы хотим небес, твоих небес, там, где мы были рождены, там, где мы были созданы, там, где ты нас создавал, там, где ты был вместе с нами, там, где ты вместе с нами прожил эту жизнь на земле. Отец, мы хотим к тебе. Но мы знаем, что мы должны взять еще тех, кто не слышал о тебе. Ты здесь на земле, чтобы провозгласить Царство Неба. Ты здесь на земле, чтобы провозгласить жизнь. Чтобы свои молитвы посеять. Посеять не нужду, а посеять жизнь. Это твоя самая важная функция здесь на земле. Любимый. Научи нас, Отец, молитвам. Даже ученики, которые были с Иисусом Христом, они просили Иисуса: научи нас, Иисус, молиться. Они были с ними. Они ели, пили и спали с Ним, и они не умели молиться. А мы только отдаем маленькую часть Иисусу Христу, и мы говорим: не учи меня молиться. О, Отец, а я прошу лично, научи меня молиться в Духе. Научи меня прорываться, Отец, в Твоих небесах. Научи меня проходить сквозь атаки дьявола. Научи, Отец, нас проходить сквозь время, которое ограничивает нас в наших молитвах. Пусть время физического мира больше не влияет на мое отношение с Тобой, мой Бог. Я провозглашаю сейчас в жизнь каждого, что отношения с Богом, они сейчас отделяются от физической жизни. Это не должно мешать тогда, когда тебе говорит Бог. Все, что ты должен сделать, это оставить то, что ты делал, и продолжить общение с Богом. И это время уже пришло, когда сам Бог будет останавливать тебя и говорить: стоп! Я хочу сейчас поговорить с тобой, и сейчас ты должен остановиться в твоем плане. Сейчас ты должен все бросить. Но это выбор за тобой, захочешь ты этого сделать или нет. Захочешь ли ты с ним общаться, когда ты очень занят, когда ты очень сконцентрирован на своей жизни. Готов ли ты выключить мотор своей машины, когда Дух Святой будет тебе говорить? Готов ли ты зайти в тайную комнату, там, где никто тебя не видит, чтобы получить то, что тебе говорит Отец? Готов ли ты прервать беседу с человеком и сказать: а сейчас стоп, сейчас мне нужен срочно Бог, потому что Он мне что-то говорит.
Готов ли ты к настоящему столкновению? Многие захотели столкнуться с Богом, но они захотели столкнуться только со своей стороны. Кто-то слышит сейчас? А столкновение это означает, когда с двух сторон наближается друг с другом с определенной силой, и тогда происходит столкновение. Сегодня шаг. Многие просто бегают за Богом, чтобы еще что-то узнать. А Бог говорит, ты не сделал то, что я тебя просил. Ты пропустил это событие. Тебе нужно вернуться и сделать то, о чем я тебе говорил. Оставить всю свою жизнь. Это полностью посвятить себя. Посвятить себя Ему. Посвящение. Посвящение. Посвящение Богу живому. Просто сказать «да». Богу не нужно писать расписки. Богу не нужно многое говорить. Ему просто нужно сказать «да». Как спросил Иисус своего ученика, «Любишь ты меня или нет?» Он его не спрашивал, «Как ты меня любишь?» О, Бог, если Ты меня высвободишь, если Ты меня освободишь от моей работы, о, Бог, если Ты мне дашь финансы, о, Бог, если Ты мне дашь мужа, а если я войду в команду пастырскую, а если Ты мне откроешь дар играть на инструментах, то тогда я готов. Бог спрашивает тебя просто, готов ли ты идти до конца? Опа! Отец, подними тех, подними, Отец, кто готов, несмотря на свою позицию, знание Библии, умение молиться, ты поднимешь, Бог, твою армию, армию Иисуса Христа, которая будет наступать на царство дьявола, которая будет проходить несмотря ни на что. Мое сознание говорит нет, мое тело говорит нет, моя жизнь говорит нет, но мой дух говорит да. Что говорит твой дух сейчас? Открой ему, дай ему выбор. Твой дух. Должен ответить за тебя. Отец, Отец, твоя
наступаем в церковь. Мы понимаем, что сейчас свергаются духовные пласты. Свергаются сейчас духовные пласты. Мы знаем, что с каждой молитвой открывается портал неба. Подними Иисус. Портал неба. Силы, пророчеств, исцеление нового уровня поднимается. Последние ряды и последние становятся первыми. Подними Иисус. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, церковь, вперед, небеса зовут, призывает тебя само небо, стань частью церкви, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы освобождать. Часть неба. Отец, собери нас всех. Собери нас всех в одну часть. Бог, в тебе ведется. В тебе целостность. В тебе победа. Бог, он не на том лице. Бог, собирай нас. Собирай, Отец. Собирай любви. Проходи, пробивай, встречайся, сталкивайся с небом. Отец, открой наши уста. Открой. We'll be right back.
ты должен понять, что твое исцеление, что твое старое, оно освободит тебя тогда, когда ты будешь прикасаться к небу. Когда ты прорвешься в эти небеса, только тогда будет твоей жизни полное изменение. Ищи Его. Это означает не искать Его. Не искать Его в каких-то знаниях и в законах, а искать Его по-настоящему. Заповеди гвоздят Бога для того, Он хочет показать детям, какими Он хочет нас видеть. Но ни один человек, который исполнил закон, заповеди, о которой говорил Бог, он не прикоснулся к Нему, если он не встретился с Ним. Я прошу тебя встретиться с Ним. Религия смеется над этими молитвами. Многие говорят, что это тут происходит? Что это за бардак? Что это за молитвы, в которых нет покоя? В которых неприятно моей душе? Семья — это молитвы твоего духа. Потому что Он сегодня страдает. Ты можешь легко ублажить свою плоть, пойти в магазин, купить себе продукты, купить себе одежду, жениться или выйти замуж. Но твой дух, он просит тебя: приведи меня к Отцу. Приведи меня к живому. Я хочу есть. Я хочу жить. Говори твой дух. Бога в магазине не купишь. Бога не купишь. На Бога ты не женишься и не выйдешь замуж. В Боге рождаются отведи дух свой, там, где источник, там, где Он. Там, где нет души, там, где сначала есть дух, а потом все остальное. Душа, эмоции, плоть, которая будет повиноваться. Твое тело, которое будет нести. Армия Христа. Отец, мы просим тебя сейчас в этой молитве. Высвобождай свое небо. Высвобождай своих ангелов. Высвобождай своих херувимов. Высвобождай свои огненные колесницы. О Бог, пусть твое небо прорвется к нашим молитвам. О Бог, пусть это будет первой молитвой, которая дошла до твоего трона, Бог, которая пришла к твоему жертвеннику, Отец. О Бог, Отец, в силе, о Бог, я верю, Отец, это молитва услышана, Отец.
твои люди. Рождение, исцеление, исцеление любой формы физического заболевания. Победа над духом рака. Мы связываем тебя власть Иисуса Христа. Проклятие, мы говорим и высвобождаем вон из нашей жизни. Мы высвобождаем свет, мы высвобождаем любовь. О Бог, о Бог, Он срывает сейчас все провозглашения дьявола в твою жизнь, людей. Все негативные высказывания Бог останавливает, связывает во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Отец, мы жаждем твое небо, рабочее небо. Здесь, на земле, Отец, мы хотим видеть реальную духовную войну. Мы хотим жить в твоей молитве, в вечной молитве. Даже когда мы будем спать, наш дух будет воевать, когда наше тело будет отключено. Наш дух будет воевать во снах. И когда проснется наше физическое тело, он продолжит. Это называется новым временем. Новым временем. Новым временем. Не дай больше дьяволу зацепиться за твое рождение свыше, за твое призвание. Попроси его. Попроси его, чтобы твой дух, он бодрствовал, бодрствовал всегда. О Бог, поднимай, поднимай, поднимай новое поколение, которое будет служить 24 часа в сутки. Отец, который будет слушать 7 дней в неделю, который будет слушать 31 день в месяц, который будет бодрствовать 365 дней в году. О Бог, поднимай это поколение, которое не остановится 100 лет в одном столетии. О Бог, поднимай, поднимай, увеличивай силу, силу невесты Иисуса Христа, пока не придет Иисус. Поднимай, открывай, наполняй. О, Отец, мы наступаем своими провозглашением, и мы говорим, мы верим в невидимое, но мы знаем, что уже видимое, оно уже здесь, оно уже в нас, оно уже в нас. О Бог! Ты сильный, ты крепость, Отец, ты скала. Силу Бога здесь, на земле. Вюрцбург для Иисуса Христа. Мы высвобождаем сейчас новых детей, которые уже высвобождены, которые уже рождены. Они просто заходят в зал, берут оружие, одевают доспехи и идут с нами, идут дальше в бой.
против начальства духа этого мира, против князей духа этого мира, против все религии этого мира. И мы говорим, мы отдаем в руки наш город нашему Иисусу Христу. И ему достаточно один, который сегодня скажет «да». Скажет «да». Да, Иисус. И мы верим, что Иисус услышит это «да». Что небеса услышат «да». Ты представляешь, что человек, он ходит в свободе Бога. Но на каждом человеке есть призвание неба. И как только человек говорит «да», его два «да» твердое, уверенное. Мне сейчас объясняет Дух Святой, я вижу, как это происходит. Я вижу, знаете, как армия, она готова. Вот на небесах я вижу сейчас ангелов, реально вооруженных ангелов. Я вижу, как это все стоит. И когда человек рождается, это не то состояние, когда человек рождается свыше. Там просто эта армия, она радуется и ждет от этого человека «да». Кто-то слышит? И как только человек «да», это означает, знаете, как когда командир говорит «вперед». То есть ангелы, они посланы служить тебе. Небо, оно ждет, оно считает тебя свободным, сильным. И после Бога идет человек на небесах. И все небо ждет от тебя, твоего «да». Не просто «ну да», твоего твердого «да». И тогда все срывается. Все начинает сражаться. Все атакуется. Вокруг тебя происходит такая сила. В это время человек может осознавать, ощущать слабость, физическое недомогание. В это время человек может сомневаться в своем выборе. Но идет война. Сатана, он отстаивает еще свою позицию. Идет война, церковь. И побеждает тот, кто сегодня наступает первым. Кто понимает свою позицию. Кто понимает свою силу. Молитва: «Боже, сохрани». Не сработает в твоем доме. Молитва: «Бог, я наступаю. Бог, я знаю, кто я есть. Бог, я знаю, что в этом городе я один, моя жена, или просто я один, и я начинаю воевать в этом городе». Дух Святой также сейчас говорит для тех, кто слушает эту молитву. Он говорит для всех. Он говорит сейчас в духе. Пойми, солдат, когда он в армии, он не живет дома. Кто-то понимает это откровение? Он живет в армии. Он живет в армии. Он тренируется, он спит,
Он носит одежду. Он знает, в каком он отряде. Он знает, в каком он взводе. Он знает, какая у него рота. Он знает вид войска, в котором он служит. Он не просто солдат армии какого-то государства. Он солдат определенной функции. Или он танкист, или он моряк, или он десантник. Это говорится о том, что каждый из нас имеет свои дары. И ты солдат армии Христа. Ты должен услышать, увидеть свою форму. Какой твой дар? Какое твое призвание? Снайпер ты сегодня? Или ты стреляешь в машине из огромной ракеты? Поднимайся, я прошу тебя, в духе. Становись частью молитвы. Увидь то, что этот мир признает маразмом. А мир этой молитвы уже считает маразмом. И значит, мы на правильном пути. О мой Бог, ты великий. Ты великий Отец. Thank you.
которым сейчас Дух Святой открывал, что они реально в армии Христа. Сейчас Дух Святой дает силу. Новую силу. Для твоего нового сражения. Для твоей новой победы. Не бойся ничего. Кто, как не ты, это сделаешь в своей жизни, в своем доме, в своем районе, в своем городе, в своей стране и в этом мире. Отец, мы пророчествуем сейчас новый уровень победы. Мы пророчествуем сейчас пополнение армии Иисуса Христа. Не наполнение этого зала и стульев. Мы пророчествуем сейчас новый призыв в ряды армии Иисуса Христа. Во имя Иисуса станет сильная, непобедимая армия. Которая готова молиться, которая готова освобождать, которая готова пророчествовать, которая готова провозглашать. Царство, небо здесь, на земле! Амен, семья. Хорошая часть духовной брани.